всем вообще. Мы приехали в Актюбинск, сдали вещи, в камеру хранения переоделись, помылись, подмылись. Осталось только поесть. Сейчас поедим и будем налегке смотреть штурмом этот город. Отошли мы с вокзала и пошли на поиски какой-нибудь достопримечательности. Google карта привела нас на набережную города. Ну, в общем, там все, наверное, достопримечательности находятся. Там находится Мега, церковь, мечеть. Ну, и вот эта вот искусственная набережная, парк, который сделан. Там канальчики, фонтанчики, шанерак. Я начала понимать, что это значит. В Меге мы покушали. Да, в Меге мы поели фастфуда, картошку даже не доели. 1450 взяли комбо, какой-то типа донера с курицы. Какой-то дилдо он там взял. Дилдо. Что-то такое, как на зоне на Д. Или дулдо. С картошкой и колой. Зашли в парк, там гуляли. Там какая-то площадь есть, сцена. Такая прям сцена. Как будто там эти концерты проходят, или танцульки какие-нибудь. Не такая, не импровизированная, не мобильная, а прям отстроенная специальная сцена с прожекторами внутри и большой площадью для танцев. Ну или митингов. В общем, мы погуляли по центру. С остановки мечеть мы уехали до вокзала. И вот уже от вокзала пошли в поиск какой-нибудь кафешки. И Актюбинск в целом, ну, такой двуякий город. Нам он напомнил центруха в центре. Астану где-то там лет 10 назад. Мини-мини-версия. Отстроили центр, где Байтерек. Ну, Байтерек, тогда там был Байтерек и Казмунайгаз. Особо больше ничего не было. И вот здесь вот в центре флагшток, шанерак, мечеть, церковь, Мега. Ротонда. Ну, ротонда, память его, там прудик такой. Ну и вокруг там новостроечки построены. А дальше... Ничего. Советский Союз. Да. Первым делом приехал город. Приехали на вокзал, сдали вещи, ну так, один рюкзак сдали. Перед этим, естественно, пошли, собрались пойти в туалет, помыться. Переодеться, да, помыться. И тут женщина, которая, так сказать, как Цербер, заведует туалетом. Да. Я подхожу с билетом, говорю, вот билет, бесплатно пройти в туалет. Ну как бы это нормально везде на вокзалах. Она мне говорит в ответ, типа, вы вечером уезжаете. Я говорю, что? Вы можете только за час до отъезда пользоваться туалетом. Такой бред, сколько ездим? Может, я говорю, где это такое написано? Такое. Не знаю, сейчас придет женщина, у нее спросите. То есть это вообще была, в принципе, левая женщина, мне тут говорила про то, что до часа нужно. Пришла та женщина, второй Цербер, и говорит... Один раз можно? Нет. Она сказала... Это... Как будто шлепок был, да? Она сказала, это вообще коммерческий туалет, типа нас это не касается. Я говорю, где не коммерческий, там, где от вокзала государственный туалет? Не знаю. Тут она такая что-то замялась. Я такой что-то разворачиваюсь, ну уже начал за деньгами возмущаться. Она такая, ну, один разочек можете сходить. Один.
Ну, я ничего не сказал. То есть, если я пописываю, потом захочу покакать, я уже... А еще мы сегодня решили, что мы больше не будем путешествовать автостопом. Но прошлого вечера хватило, когда мы посидели в этом селе Денисовка, на его окраинах, в этой степи, с разбитой и убитой дорогой. Ну, это ты так думаешь. Что мы больше не поедем автостопом? Ну, на дальние расстояния, в неизвестной трассе, конечно, скорее всего нет. А 300-200 километров по оживленной трассе, в принципе, можно. По оживленной трассе, да, вот, например, Саратов-Волгоград, Волгоград-Астрахань. Оживленная же трасса. С Бишкека, с Балхаша ехали в Караганду, мы не особо напрягались, машины, постоянный поток, трафик шел в сторону Караганды. Ну, как бы напряга какого-то не было. Там один не остановился, второй, третий, там, ну, четвертый остановился. Мы не печалились, потому что знали, что все равно кто-нибудь да подберет. А прошлый раз, то есть вот сейчас, когда мы с Кустаная ехали в Актюбинск, мы застряли возле села Денисовское. Денисовка. Денисовка и поселка Антоновка. Села. Села Антоновка. Две селухи, Денисовка там, и Антоновка. Там три или четыре, все названия заканчивались на ВКА. ВКА. Да. Оновка. Что-то вот там начало такое. Все русские, кстати. Махабатовка. Гульдеровка. Мы, в общем, сели почти 8 часов на поезд. Оказывается, поезд пересекает границу. Мы этого не знали, я почему-то это даже не посмотрела. Думала, что он напрямую идет в Уральск без пересечения границы. А он, оказывается, пересекает Казахстан. Потом выезжает в Россию, потом выезжает из России опять в Казахстан. Тут очень жарко в этом поезде. После того поезда, который мы ехали в Кустанай, конечно. Прям Париловка. Завтра мы будем в Уральске. Кому понравился Актюбинск, ставьте лайки, комментируйте видео и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Всем пока.